Приветствую вас в очередном уроке. В этом уроке хочу вам показать новый виджет, который позволяет делать движение фона, анимацию, вот как сейчас вы видите у себя на экранах. В похожем предыдущем уроке я давал похожий материал, только фон двигался слева направо. Ссылочку сейчас видите на экране на этот первый урок, если вы его не видели. Как здесь устроено? Здесь нужна маленькая картинка паттерн, так называемый. Паттерн – это такая картиночка небольшого размера, например, 300 на 300 пикселей, у которой все стороны устроены так. Если мы замостим данную картиночку, то есть сделаем повторение, у этой картиночки не будет видно стыков. Тем самым мы можем видеть как бы большое изображение, но на самом деле это одна картиночка, просто дублируется по диагонали и по горизонтали. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки виджет я перетаскиваю на холст. В отличие от похожего предыдущего виджета, здесь мы можем задать четкую высоту и ширину области, где будет прокручиваться фон. Я растягиваю сейчас виджет так, как мне нужно. Также за этот ползунок растяну его вниз. Сделаем его назад. Единственное, что здесь непонятно, если мы посмотрим в настройках, зачем здесь есть цвет бэкграунда, то есть задней заливки. Можем здесь сделать цвет. Если мы по вот этой ссылке «Добавить файл» добавим свой паттерн, заливку видно не будет. Но да бог с ним, оставим здесь голубой цвет и давайте добавим изображение. Вот вы видите, у меня есть картиночка 300 на 300 пикселей, весит 30 килобайт всего. Давайте ее загрузим. Она у нас загрузилась, и, в принципе, давайте сразу посмотрим в браузере. У нас с вами все работает, фон движется снизу вверх. Думаю, это очень полезный виджет, во многих вариантах где-то он может пригодиться. Поэтому я не сомневаюсь, что вы захотите его скачать, поэтому я предоставляю вам ссылочку на своем сайте. Под этим видео перейдете по ссылке на мой сайт и скачайте данный виджет. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!